Девочки, короче, дело к ночи. Там она написала, только показывай, жрать. Вот показываю, как белье высушилось у меня. Вытаскиваю. А то она бедная, наверное, кушать хочет, а я ее жрать. И так пишет, да ты сама любишь пожрать. Я что, когда-то это скрывала? Я что, скрывала это когда-то, что ли? Что я люблю пожрать? Конечно, люблю. Чё? Если есть что, чё ж не пожрать? Если муж обеспечивает. А нахрена мне такой муж, который не прокормит меня? Вот показываю, как белье постиралось. Высохло все. Сейчас еще буду закидывать стирку. Чё, интересно? Если интересно, пожалуйста. Как одну сегодня смотрела... тоже и говорит это. Вот, все вроде такие комментарии хорошо, а одно вот напишет. Это, говорит, те бабы, которые не доели, не доспали и не дотраханы. Вот, они такие злые. Так и у меня, наверное. Я вот смотрю, сколько просмотров, подписки столько нету. Значит, человек заходит, посмотрел, мне это не интересно. Свет... короче, это падает. Значит, мне не интересно, я смотреть не буду. Все, развернулся и ушел. А это надо что-то гадость какую-то написать. Прям так обиделась, пипец. Думаю, сегодня даже спать не смогу. Так обиделась я. Люди какие-то странные. Ты любишь пожирать? Естественно, я люблю пожирать, если есть что вкусненькое. Если у вас нету пожрать, то что я сделаю? Ну, вышли адрес, я тебе отправлю сало. Хоть поешь, по-человечески добрее будешь. Я вон ем и добрая, капец. Сейчас соседку встретила. На балконе стою, соседка идет. Ой, говорит, Алена, все, не могу ходить, все, болит, хоть падай. Спина болит, колени болют, все болют. А ей 70 с чем-то лет. 76 или 74. Я говорю, ну было бы странно, если там в возрасте вообще ничего бы не болело. Так это же нормально, когда в этом возрасте что-то болит. Было бы куда страннее, если бы не болело. Как я раньше без сушилки жила? А, ну раньше у меня Трокнера он был. Где белье сушить, пока соседи не приехали, засранцы. Я там сушила, там вообще за ночь высыхала. А потом они приехали, они засрали, все, я вам показывала. Ну где там сушить? И все, теперь быстренько цак-цак. И готово. И высохло. Электроэнергии, наверное, жрет много, но тем не менее. Сейчас уже новые модели, они столько не жрут энергии, сколько раньше. Гладить надо, просто надо и все. А я никак не соберусь. То все это некогда. Сегодня разговаривала тоже. Женщина одной, да? Она говорит, вроде одна живу, а столько мусора собирается вообще. Я говорю, так у меня он вообще каждый день выносит мусор. Этого пластика сколько? Она говорит, господи, ну откуда, говорит, этот пластик? Вот раньше я ей рассказываю, ну она немка. Я ей рассказываю, говорю, раньше вот в магазин пойдешь, тара была вся стеклянная, никакого пластика не было. И считай, купишь 3-литровую банку, там сок или что, да? Ты эту банку использовала, она у тебя не выкидывалась. Она в хозяйстве пригождалась. Или были, вспомните, пакеты были бумажные. У меня волосы лезут, пипец. Короче, мне надо эту какую-то маску делать. Купить маску. Вчера была в магазине, ничего не купила. Помните, эти кульки бумажные были? Просто бумага была. Реально я лысею. Если какой-то праздник был, там 9 мая или
Еще что-нибудь на этих кульках таким красным, я помню, пропечатывали картинку там с 9 мая, там с Днем Победы. Вот помню, только была бумага и стекло. Все, никакого пластика не было. А сейчас засрали этим пластиком все. И не знаю, теперь они мир спасают от этого пластика. Ладно, здесь в Европе еще как-то более-менее. А вот едешь в страны третьего мира, блин. Там же вообще прям вот в Турции мы сейчас были, да? Едешь и прям бело все. Все в этом пластике, все этот в бутылках. Возьми Узбекистан, Казахстан, все. Все засрано этим пластиком. Океаны уже засрали. Теперь они спасают, теперь они что-то придумывают новенькое. Да что придумывать? Бумагу еще никто не отменял. Сделайте, как раньше было, и все. Раньше были целлофановые мешочки, вообще большая редкость. Поэтому это и пошло уже, оттуда тянется. Стирали целлофановые мешки, потому что они очень редко были. Поэтому и стирали их. Все была бумага, бумага. А она тоже утилизировалась, эта бумага. С магазина пришел, там печку затопил, растопил бумажкой. И все, нет бумажки, то бишь упаковку утилизировал. А сейчас они борются. Так, так негодно. Все в волосах. Весь фильтр, все в... Короче, я линяю. Я линяю, как змеюка. Что-то надо делать, бо я лысею. Это турок меня подстриг, все, я после него стала лысеть. Вот и все. А теперь они справляются, как бы очистить планетку от пластика. Давайте, делайте, продуцируйте бумажные упаковки. Какие проблемы? В Америке, кстати, до сих пор, я с ней разговаривала, у нее там сестра живет. В Америке до сих пор вот в магазинах бумажные пакеты для продуктов. У них нету пластиковых. И здесь тоже начинается потихонечку. Ну ладно, здесь, а вот я говорю, там взять вот Индию, вот эти вот страны. Когда оно там придет? Все. У них только река одна там в Индии что стоит. Там же что только не плавает, мама дорогая. Кошмах! Просто так, стирочку еще одну назад кинет девочки. И пропылесосит на. Девочки, достала свой сундук, 100 лет не доставала. Думаю, может уже чего-то повязать. Да что я вязала? Да я вязала сумку, это дно сумки. Так я и не закончила. Ой, короче, все не довязано. Это вот такие штучки я вязала. Кругляшки. Это, короче, получается дно. А потом вот с такими кругляшками это все обвязывалось. Должна была у меня получиться сумка. Что-то не досуг. Тут что-то тоже не довязано. Лежит. Я уже забыла. Когда вязала последний раз, салфетка недовязанная. Тоже надо или завершить, или дальше довязать. Тоже столько салфеток вязала. Надо же довязать, наверное, или... Короче. Все никак не могу. Нету времени довязать у меня, короче. Тут что-то тоже не довязано. Что тут? Что-то тоже, наверное, какая-то салфетка, девочки. Точно. Тут тоже салфетка. А как я и ту не довязала, и ту овечка не довязала?
Или завершенная уже? Где нитка? Нет, не завершенная. Надо довязывать. Надо взяться, наверное, и довязать все. Интересно. А что я эту не довязала, уже ту начала? Какая я непостоянная! Да, Сережа? Тоже надо вязать. Хм. То почну, то почну. Тут, блин, что? Не довязано тоже. Что это зацепилось? У меня иголка тут. Тут что-то тоже не довязано. Что тут такие? А что это я вязала? Это вообще, блин, платок, по-моему, начинала вязать. И не так мало. Или что-то тренировалась, я вязала. Вот память. Тут что? Тут тоже что-то, девочки, не довязано. Господи, 100 лет уже этот ящик не доставала. Что это у меня тут? Что это такие, шапка, что ли? Шапка, наверное. Вязала, вязала и не довязала тоже. Но это, скорее всего, шапка должна была у меня быть. Ну ладно, чё. Так, это от сумки. Это я вязала. Вязала я сумочки. Клатч делала. И все раздарила. Не знаю. Вот это, наверное, я вязала. Вон то коричневое. Скорее всего, наверное. Я вязала эти сумочки, клатчи, и все раздарила. Тут у меня еще что есть. Но оно такое было первое еще. У меня пыль. Пыль у меня. А, это недоделанное. Это лежит, Афанасий, что ему делать? Заклепку мне надо было сюда купить. Короче, мне на Автеди поехать, Сережа. Купить сюда заклепки. Короче, вот такие клатчи я вязала с такой грубой нитки. Сюда, короче, пришивается магнитная штучка. Она закрывается. Сюда какая-нибудь брошь. Можно просто так таскать. А можно просто взять этот, купить ремешок. Тоже не доделан. Он у меня еще. Надо поехать купить все прибамбасики. И доделать. И вот так. На Вайнахт, на Рождество кому-то подарить. У меня был один серый, я делала. И этот, невестки, экс-невестки своей дарила. Этот надо делать аккуратненько, все красный будет. Сейчас оно в моде. Я даже в этот раз в Турции была, и там, короче, были такие сумочки всякие вязаные, продавались. Ручная работа. Оно сейчас в моде. Повыкидывать нитки, которые по чуть-чуть остались. И купить что не достало. Вот такой тоже вязала цветом этот клатч, по-моему. Потом вязала я, короче, всякие корзиночки со ста. Ну это я вязала со старых, такие под ключи, под всякую фигнюшечку. Такие под заколочки.
Потому что под мелочи всегда нужны такие коробочки. А они что-то стоят таких бешеных денег. А я это просто не у меня старая была. Я разорвала ее на ленточке и связала. Надо, короче, съездить мне будет в магазин. Докупить нужные вещички. И довязать. Ящик далеко не убирать, потому что опять забуду. А там, которые носки остались, носки, ой, нитки остались, старые носки связать и все. Теплые. Тебе нужны, Сереж, носки теплые? Я думаю, что не нужны. Куда в таких-то валенках еще носки шерстяные? Че? Ножки-то сопреют. Ой. Че, девочки, слетала я быстренько в магазинчик. Салфетки взяла такие на Рождество. Потом носки взяла Артеме, потому что он на работу ему надо. Он быстро их изнашивает. Такие потеплее. Ну, это как без этого аксессуар. Потом взяла вот такие баночки. Вот эти красивые баночки, посмотрите. Я потом покажу, для чего они мне. Вот такие. Четыре. Такие больше не было. Таких последние забрала. И две вот таких баночки взяла. Ну, и взяла нитки. Только вот эти два были. Почему-то больше не было цветов. Раньше были. И вот такие нитки взяла. Такие носки связать. И вот такие заклепочки взяла. Магнитные. Две штучки по 55 центов. Тут по два штуки. Ну, короче, взяла, потому что их потом, блин, искать тяжело. И вот. Опять потратила денежку. Ну, почему раньше были какие хочешь цвета? А сейчас нет. Вот два таких цвета только было. Ну, свяжу. Свяжу два клатчика. Такой и такой цвет. А это носки свяжу. Николь, свяжу носки. Девочки, засела. Что-то думаю, а наберу пока петли. Пойду на работу. Что-то набрала и сидю, и сидю. Что-то встать никак не могу. Надо идти, а я что-то это... Так затягивает вязка. Носков. И прочего. Давно пальчики не разрабатывала моторику мелкую. Ну хорошо, у меня спицы бамбуковые легкие, а железными это самое. Они тяжелые, руки быстро, пальчики мои больные, быстро устают. Быстренько устают, а эти легкие, ты их вообще не чувствуешь, эти спицы. Бамбуковые! И вот такой будет веселенький носочек. Веселенький носочек будет. Короче, раньше я садилась, фильм какой-нибудь смотрела. Ну, вечер, носок. Так себе вот. 2-3 часа, носок. Сижу себе, вон кефирчик попиваю. Пью я, не жру, пью! Кефирчик. А то жрет только и жрет. Показать нечего. Жрет и жрет. Зато не пьет. Ой, какие завистливые гады есть. Пожрать спокойно не дадут-то. Господи, помилуй. Да иди ты. Разогрей сковороду. Да нарежь ты шкварки, пожарь, да лупани ты, господи, с черным хлебушком. Да успокойся, сразу подобреешь, господи, помилуй.
До чего ж злыднев то родилось на белом свете? Прям вообще в рот заглядывает такая жаба и завидует. Люди вон понимают, ничего, улыбаются себе, смотря на меня, и все. А это прям слюной брызжут, брызжут. Мама дорогая, не расчесывайте мне нервы. Так что все, прям обиделась, прям не жру, то вам кефир пью. Ну, правда, 6 мантов съела до этого, но не важно. Так, короче, ладно, довяжу я потом. Дождалась Баура, яйцо привез. Ну, а теперь быстренько мне сбегать на работку. Вот так рука у меня болит, пипец. Оперировать надо. А этот, как всегда, в одном и том же положении. Чего ты лицо так делаешь? Девочков напугал. Девочки, привет. Здрасте, тетя Настя. Забор покрасьте. Че ты вот, Сережа, вот лежишь, лежишь? Ну, что мне делать? Любишь, да, полезать? Полежать? Полежать, я и говорю, полежать. Ты любишь. Вот так жизнь не протекает. Вот так и протекает. Диван продавили, скоро диван надо будет новый покупать. На улице-то как хорошо, уже второй день. Только вчера было полчище. А, сегодня тоже, я смотрю. Блин, я уже боюсь выходить на балкон. Короче, вот клопы вонючие, вон. И божьи коровочки. Вон, короче, второй день уже полно. Я даже боюсь на балкон выходить. Они летают. Полно, все усыпано этими... Вон клопами вонючими и божьими коровочками. Вообще не знаю, что. Вот раз в году осенью всегда вот так. Вон одна уже божья коробка сюда залетела. И клоп залетел, падла вонючий. Съест нас. Может, он нас не съест, а я могу. Я в прошлый раз ела печеньку, думала, крошка. Взяла эту крошку и в рот раскусила. Это клоп вонючий вообще, господи. Как выжила-то, не знаю. После этого. Серьезно тебе говорю, Сережа, вообще ничего смешного нету. Надо как-то их отсюда убрать. Немедленно! Резать к чертовой матери. Так, погодка, ничего, солнышко светит. Золотая осень, девочки, осеннее настроение у всех. Когда осеннее настроение, что надо делать? Пожрать и лежать. Вон, видите, сколько их, эти клопы? Клопы вонючие, вон их сколько вообще. Я вышла на балкон, и забежать надо. Вон их сколько. Боже, коробочки. Блин, что такое? Вообще не знаю. Вчера вообще все кишило, вон тоже ползает. Все, вот на завтра, если меньше будет, надо окна мыть и готовиться к зиме. Цветочки у меня доживают последние денечки. Короче, я не знаю, что-то я сюда была тыкнула. Какую-то косточку. Потом она начала прорастать. Я думала, что за фигня? Я вырывала, а оно все равно он. Лезла, лезла и вылезла. Что это такое, я понять не могу. Ни киви, не знаю, что такое. Доживают последние дни мои цветочки. Надо выдернуть их и все.